На южном берегу Крыма в эти выходные прошел массовый весенний субботник. 23 и 24 марта жители Ялты вместе с коммунальными службами навели порядок в парках и скверах от Гурзуфа до Фароса. Организаторы старались выбрать такие общественные пространства, где еженедельные плановые уборки не проходят. К жителям Ялты на субботнике присоединились около 200 сотрудников городской администрации и ее глава. У нас большое количество праздников. В апреле, в начале апреля там будут проводиться ряд мероприятий. И в конце 27 апреля будет Пасха, первомайские праздники. Ожидается большое количество туристов. Мы приводим соответствие в наш город, чтобы люди, которые к нам приедут с целью отдыха, получить удовольствие, были приятно удивлены не только природно-климатическими условиями, но и чистотой нашего города. Алексей Челпанов добавил, Ялта вошла в тройку мест, которые россияне выбрали для отдыха на время весенних праздников.